повернуть руль до упора и ехать. Вот, я тоже не умею. У меня он ближе к концу закусывает колесо. И страшно. Еще мотоцикл глохнет. Я вот сейчас пробовал, стою его, упор ставлю, и рука, которая наружная, она вместо того, чтобы его туда толкать, она разворачивает. Контрруление как вот это. Да, это сложно. Нет, только если закусывать, то надо, как учителя на работу.